Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Аверс. Нашел капсулу времени. Открываем коробок. Ах, как в детстве, да? Кто любил там какао с молоком, бесподобная штука. И такая, но это современная одесситы. Придумали там, разработали, не знаю. Я попробовал, нереальная вещь. Все как в детстве, и хруст, и вкус, и ням-ням, какао масло натуральное, здесь все состав, если почитаете, продается в одном из магазинов города. Бесподобный продукт, не знаю, почему они не платят до сих пор за рекламу, ну да ладно, вот рад был поделиться, очень хорошая вещь, найдете, рекомендую, и детям, и взрослым очень интересно и полезно попробовать и вспомнить, что действительно очень хороший и такой перекликается. Красками вкусовыми. Ну, могу вам даже почитать состав, если интересно. Склад: сухарь, песок, молоко, сухой несберана 38%, какао порошок, масло вершково топленое. Ну, прелесть, ничего плохого. Одни приятные детские воспоминания и вкусовые ощущения сегодня. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился обзор. До новых встреч на канале Алекс Аверс. Всем пока, подписывайтесь, ставьте колокольчик, не забывайте. Пока.